Здравствуйте! В этом видео я покажу, как делать демонстрацию экрана и транслировать звук. Вот у нас открыт Skype, и в Skype в 2021 году будет вот такой интерфейс. Справа внизу есть кнопочка демонстрации экрана и два квадратика. Мы на нее нажимаем, появляется вот такое окошечко. Мы можем демонстрировать как полностью весь рабочий стол, так и какой-то из открытых окон. Очень важно отметить вот здесь внизу, вот здесь сделать такую перещелку, чтобы она была активной. Для чего? Чтобы то видео, которое вы транслируете ученику, чтобы ученик его слышал. То есть если вы не отметите здесь вот эту такую галочку, да, то ученик, он не сможет слышать звук вашего компьютера, вы не сможете ему демонстрировать ваше видео. И вот после этого нажмем кнопочку «Начать демонстрацию». Все, после того, как мы увидели, что по периметру нашего экрана появилась красная такая граница, рамка, мы, значит, точно уверены, что запись нашего экрана идет.